«Единая Россия» создала штаб по гуманитарному сотрудничеству для помощи Донбассу. В его состав, помимо профильных министерств, войдут депутаты, представители народных республик и волонтеры. Возглавит работу штаба замсекретаря Генсовета партии, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Депутат фракции «Единая Россия» в Госдуме в Рио руководителя региональной общественной приемной Анна Полякова отметила, решение вопросов гуманитарной помощи выходит на следующий уровень. Только объединившись, мы сможем оказывать помощь жителям ЛНР и ДНР еще быстрее и эффективнее. За 2 месяца региональные отделения партии собрали около 7200 тонн гуманитарного груза и передали в распределительные центры в России, Донбассе и на освобожденных территориях.